Всех приветствую на канале Ярославский огород. На дворе 14 марта, и сегодня я пробую урожай табака сорта Virginia Gold 2019 года. Табак в этом году вызрел отлично и даже зацвел второй раз в конце сентября. Смотрите по ссылке в конце видео. Цвет табака получился темно-золотистый, приятный, ненавязчивый аромат. Специально я его не ферментировал. Листы табака пролежали в темном пакете в теплом месте на шкафу 6 месяцев. Вкус мне понравился гораздо больше, чем у Кентукки Берли урожая 2018, где не было ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Вирджиния прошлого сезона имеет приятный пряный вкус. Обычно я курю донской табак темный, он обладает крепким шоколадным привкусом, и именно этого привычного вкуса мне не достает в своем урожае. Возможно, имеет смысл добавить ароматизатор. Если знаете, где приобрести хорошие, качественные, пишите в комментариях. В целом я доволен и сегодня опять посадил Вирджинию. Всем спасибо за просмотр. Каждую пятницу в 20:00 по Москве премьера нового ролика. Всем пока и удачи!